Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас амнезия The Bunker. Ну, что можно сказать? Все, что нужно, уже было сказано. Еще в демке. И не. Да. В Ютубе уже куча прохождений. Для того, чтобы немножко поставим высокую сложность. Итак, погнали. Сложность. Желаете погрузиться в истинный кошмар? В этом испытании ужасом вас ждут непрощающие ошибок ситуации, столкновения, требующие предельной осторожности. А... Почему оставили? Так, подсказки все это оставим на начало. На начало сойдет. А потом уже как тянемся. Таски. Да, и прохождение на Ютубе довольно-таки коротенький получается. Слишком. Чтобы выжить в этой войне, вам понадобятся две вещи. Во-первых, базовый набор навыков. Во-вторых, тонкое чутье. Делать то, что необходимо. Первому я могу вас научить, второе зависит только от вас. Ромен Дель Пи, бригадный генерал 4-й армии 3-й республики. Бомбе! Андрей, скорее в укрытие! Вперед! Иди вдоль окопа, я проведу тебя к месту сбора. Достать, убрать оружие на R. Прицелиться, все ясно. QE наклониться влево. Огонь! Огонь! Чтобы открыть дверь или контейнер, начните взаимодействовать с объектом, перемещайте ему. Все ясно. Ох, каждый патрон вставляет. Смотрите там! Дверь заперта. Дверь заперта. Так, какой-то кирпич. Чтобы бросить, нажмите правую кнопку мыши. Я как будто ядра кину. Мощные. Трейл, чтобы присесть. Угу. Ну, выглядывай. Кто еще? Нет, нет, найн. Андрей, ты в безопасности. И я прикрою тебя отсюда. Продолжай двигаться дальше.
Вы получили ранение, удерживайте тап, чтобы узнать, насколько оно серьезное. Кровопотеря. Мне нужен бинт. Так, предмет, который можно использовать для создания других предметов. Спасибо. Так, аптечку нельзя взять? Военная форма, пущенная на ветошь. Использование надо доработать. А, инт с ветоши. Прикольно. Назначить горячую клавишу. Пустим 3. Так. Тройка, да? Все понятно, все ясно, используем. Опять заперто. Да ну нафиг. Ты серьезно? Вот, другое дело. Черт возьми, это была грана. Газы! Газы! Андрей, где ты? Где ты, Андрей? Я тут! Помоги мне! Надень его скорее. Не вздумай умирать, Андрей. Мы с тобой выберемся из этого ада. Передавай за мной. Мы почти на месте. Попробуй-ка такое перебить, дружище. Вот так. Судьба злодейка. В таком случае сегодня я иду в патруль. Селеви. Я один в поле. Кажется, у него кошмар. А?
Анри, это ты? Вот, выпей, а потом я тебя отсюда вытащу. Водки бы мне сейчас. Стопочку. Я не могу идти. Моя нога. Я слишком слаб. Ты держись. Мы доберемся до безопасного места. Да уж безопаснее в яме сидеть. Шнель! Шнель, шнель! Я для тебя обуза, оставь меня здесь! Теперь вы сами по себе. Учитесь, адаптируйтесь, экспериментируйте и выживайте. Теряли всех боевых товарищей. Знакомое место. Кажется, я здесь уже бывал. Так. Двигайте мышью, зажав Т, чтобы вращать. А, зажав Т. Вращайте при. Приятный полумрак. Хорошо, все записки во вкладке записки в инвентаре. Понятно. 10 июля 16 года. Рядовой Климан поступил на лечение после событий, произошедших 9 июля. Личные вещи пациента находятся в индивидуальном шкафу. Пациент пребывает в состоянии легкой комы, на внешние раздражители реагирует, но лишь в течение коротких промежутков времени. При последнем пробуждении выяснилось, что он не помнит последние события. При этом он даже не смог вспомнить собственное имя. Скорее всего, это обусловлено тяжестью первоначальной черепно-мозговой травмы. Буду продолжать наблюдение. Если состояние не улучшится в течение недели, рекомендую перевести его в Сент-Этьен для проведения неврологических исследований. Подпись доктор Ясинский. Почему вскрыть коробку с медикаментами нельзя? И... Так. Отдалить. Понятно. F, чтобы достать и убрать фонарь. Записка. 9 July, 1700 hours. Давайте поставим. Дневник Климана. Агония. 5 июля, 17.00. Я в агонии. Она сломила мое тело, захватила разум, терзая душу.
Как я мог так поступить? Как? Как? Столовые сейчас ужинают, но мне противно даже думать о еде. Фотографии во вкладке фотографии. Да. То, что остается от солдат после бомбежки. Протокол вскрытия Рейнара. 14 июля 1916 года. Тело сержанта Рейнара, множественные резанные раны, грудная полость разорвана в клочья, все ребра переломаны. Черепная коробка пробита в результате последовательных ударов тупым предметом. Кто мог сотворить с ним такое? Чудовище? Так, подсказки, зачем вы так часто появляетесь? Топливо. Удерживайте, чтобы подзарядить фонарь. Однако старайтесь сильно не шуметь. Так. Заперто. Ива Ла Франс. Эй, кто здесь? Я тут. А, Анри, я думал, что остался один. Послушай, мы в ловушке. Это все ублюдки офицеры, крысолюбы сраные, они бежали и... Так что? Если хочешь выбраться отсюда, тебе придется расчистить путь наружу. Динамит есть в арсенале, а рукоятка детонатора где-то на стройке, где копают. Найди их и сможешь выбраться. Черт, эта тварь приближается. Вот, возьми. Пожалуйста, прикончи меня. Я хочу умереть от руки боевого товарища, а не от лап этой твари. Патроны лежат в чулане. Возьми их. Закончи дело, пожалуйста. Нет, о боже, помоги мне, ах ты мразь, черт! Да, стрёмная срань происходит. Так, чтобы он не вылез оттуда. Побольше мусора туда накидаешь. Кастрюлю в придачу. Так. Все везде заперто. Суп мяса. Мясо просроченное, которое уже не годится для употребления в пищу. Можно использовать для привлечения крыс и прочих вредоносных обитателей бункера. Можно метать. Валил, гад.
Зажгите эту лампу, чтобы сохранить прогресс. Пусто. Крысы и обожженные трупы. Внимание персонала медсанчасти и морга. Проблему с нашествием крыс пока решить не удалось. Они набрасываются на каждое мертвое тело. Кроме того, они преследуют раненых. Однако грызунов не интересует обожженная плоть. Поэтому нам необходимо ввести новое правило. Тела всех погибших солдат следует сжигать. Я поговорил с отцом Дере об этой проблеме. Он предоставит надлежащее освещение умершим. Их останки будут сохранены для передачи родным. Это не лучшее решение, и оно наполняет мою душу болью, но похоже, что сжигание тел – единственный способ остановить крыс, поэтому мы должны это сделать. Так, В. Батист, жетон. Пусто. Записка от заведующего канцелярии касательно жетонов. Важно, при работе с погибшими солдатами обращайте внимание на сообщения, символы или коды от шкафчиков на обратной стороне жетонов. Их необходимо стирать, прежде чем помещать жетон на хранение и вносить его в реестр. Африл, заведующий канцелярией. О, хорошо. Еще топливо. А, сюда, наверное, мясо закинь. А можно хранить вещи в этом ящике. Собственно, карта бункера. Ого. Так, уменьшить. Скрыть текст. Ну, нам надо в арсенал. За рукояткой детонатором. Чтобы запустить генератор, заправьте его топливом, потяните рычаг. Подожди. Циферблат заберу. Кафрилу. 1084. Достать, взять, открыть, наполнить. Поехали. Нет, все. Да что он с первого раза не понимает? Наливай. Так, запустить. Так, по нынешним меркам у нас 35 минут. Первое, второе, третье, на F фонарик. С
скинуть. Да, это скинем. 1084. 1084. Большую часть проблем можно решить несколькими способами. Используйте логику и смекалку. Экспериментируйте. Как, черт возьми, отсюда выбраться? Уже несколько часов не видел других людей. Похоже, я остался последним из живых. Но если все-таки есть кто-нибудь еще, я оставлю это послание, чтобы ты не терял времени зря. Это единственный выход. Единственный выход из этого рукотворного ада. Его завалил во время взрыва, поэтому нужно снова устроить взрыв, чтобы открыть его. Не трать время на раскопки, это невозможно. Взорви завалы. Динамит заперт в арсенале. Рукоятка детонатора находится где-то в римских туннелях, в глубинах ада. Я отправлюсь туда, чтобы принести и то, и другое. И хотя я не знаю, существуешь ли ты, я молюсь за тебя. Пожалуйста, окажи и мне такую любезность. Новая цель помечена на карте. Сразу от выхода отодвинь. Можно свет выключить. Я помню, здесь ручка. Ручка отрывается. Нужна новая ручка. Так. Шум напрямую связан с опасностью. Старайтесь следить за тем, насколько сильно вы шумите. Топливо. Прекрасно. Уше. Ламбер. Так. Фотография. Нам нужна эта ручка. Она вот здесь. Форман Стаффорд. Эмиль. Ро. Лаваль. Так. А у кого? У кого жетон? Уше. 7-4-2-0. Буше. Семерка, четверка, по нолика. Теперь вы можете носить больше предметов в инвентаре. Самое время. Так. Еще одна записка. 9 July. Дневник Лимана. Вестей нет. Это 9 июля. Время неизвестно. Не знаю, сколько сейчас времени, но сумерки уже опустились, а вестей по-прежнему нет. Когда я обратился к сержанту, он лишь пожал плечами, будто я спросил его, когда снова пойдет дождь. Эти идиоты вокруг смеются, пьют и спорят друг с другом. Они знают, что я наделал? Подозревают ли меня? Они наверняка все в чем-то виноваты. И все же, они смеются, пьют и спорят.
Бог мне судья. Интересно, будет ли его суд страшнее моего собственного? С коллегами не повезло по службе. Так. Что-то еще полезного? Хорошо, будем. В принципе, можно свет вырубить. Кстати, что там у нас по времени? До 15 минут осталось. Юбер. Так, спокойно. Новая фотография. Когтистые следы на металлической двери. Да, та самая тварь. Последний дневник Жюбера, нашедшему эту записку. Турнье, наш командир, дрожит от страха рядом со мной. Он потерял рассудок, столкнувшись с пучиной страха. Он без конца повторяет одни и те же слова. «Бежим! Бежим! Мы должны бежать и закрыть зверя там, где ему место!» Он хочет бежать и взорвать за собой выход, чтобы закрыть этого демона здесь, демона и наших людей. Я начинаю проникаться его словами, и при этом меня охватывает такой же бездонный ужас. Тем солдатам, кто прочитает это, когда мы выберемся отсюда, я узнаю у него код от арсенала и сообщу его по радиосвязи. Если вы будете взаперти с этим зверем, арсенал станет вашей единственной надеждой. Это все, что я могу сделать, на что у меня хватит смелости. Отправляйтесь к узлу связи в солдатской казарме, спрячьтесь там. Я передам код. Жюбер. Странные звуки. 14 июля 1916 ночь. Несколько минут назад был слышен странный скрежет, а сейчас кажется, что кто-то ходит по коридору. Возможно, это Рейнар снова забрался в свою винную заначку. Лучше мне поговорить с ним сейчас. Убедить его отправиться спать или поделиться со мной бутылкой друг. 15 июля 1916 года. Леденящий страх разливается по нашим жилам. Турнье пытался силой выбить ответы из солдат. Они утверждают, что спали, пока Рейнар не начал кричать. Конечно же, я верю им. Турнье зашел настолько далеко, что обвинил военнопленного номер 73014 в побеге из камеры и совершении убийства. Это невозможно. Я беспокоюсь за Турнье. Ярость скрывает его страх. Он умещает ее на подчиненных, и я не вижу способа прекратить это. Это порождает неприязнь. Я вспоминаю тот момент, когда Рейнар начал кричать, на его месте мог легко оказаться я. И все еще могу легко оказаться. Мне впервые хочется, чтобы поступил приказ наступать. Лучше встретиться лицом к лицу с тысячей немецких винтовок, чем остаться наедине с этим безымянным ужасом.
Что-то ему не нравится. Что-то задергался. Часы тебя отвлекают. А, не хочется раньше времени. Пять минут. Опа, мало места в инвентаре. Ну, пока я рядом, давай и заправим его побольше. Он же сюда не войдет. Прикрой немножко. Привет. Даш. Да, зайду. Так. Давай, наливай. Это весь мой максимум. На раскопках каких-то римских туннелей. Новые сведения об этом туннеле от сержанта Жибера. Кому? Фурнье и Бланше. 2 мая 1916 года. Инженеры проложили туннель через складской участок и вышли в древние римские туннели. Все как мы и предполагали. Своды туннелей конструктивно прочны. Они проходят на достаточной глубине. И признаюсь, я до последнего скептически относился к последнему пункту. Но они действительно идут в направлении немецких позиций. К сентябрю мы уже должны быть готовы нанести мощный удар по противнику из туннелей. Возможно, стоит отметить следующее. В туннелях мы нашли урны. Записи на латыни и так далее. Сделаем все возможное, чтобы сохранить материалы для будущих поколений. Скоро сообщу новую информацию. Так, где-то была бутылка. Военнопленный под стражей, 30 июня 16 года, от Дельпи, кому Фурнье, Бланше и другим. В результате совершенной прошлым вечером вылазки мы захватили в плен около 20 немецких солдат из 4-го резервного корпуса 2-й армии. Теперь наши камеры переполнены. Рекомендую отправить пленных в лагеря как можно скорее, но с одним исключением. Я хотел бы оставить военнопленного номер 73014. Перед захватом он сорвал с формы знаки различия, поэтому его звание остается неизвестным. С момента захвата он не проронил ни слова. Предполагаю, что он может быть офицером или иной важной фигурой. Думаю, если он останется без поддержки своих людей, мы сможем сломить его волю. Жду указаний. Что-то
картина не начинает складываться. А может, я ошибаюсь? Может, это чудовище и есть тот самый военнопленный? Или все-таки это чудовище из раскопок? Рейнар заперта. Урния. Чья-то оторванная рука. Вне. Укрепление защиты арсенала. Я приказал укрепить защиту этого арсенала. Замок, код. И я лично выявлю ответственных за это ужасное деяние. Правосудие восторжествует. Во имя Франции. Вот она, зверя. Отчет о ситуации. После смерти Тремле в бункере воцарился хаос. Я взял власть в свои руки и приказал людям сформировать отряды. Они должны выследить зверя и убить его. Но они говорят, что это невозможно. Говорят, что пули не берут его. И спустя некоторое время зверь возвращается. Еще свирепее, чем прежде. Трусы. Я отправил их назад, чтобы они сделали все, как положено. Выследили и убили его. Если они не справятся, их ждет куда более страшная кара, чем когти во тьме. Так. Слишком много шума. Рядовой Алериум. Отчет. 15 мая 16 года. Кому? Фурнье и Бланше. В настоящем письме я хочу письменно изложить события. Рой доложил ранее своим непосредственным начальникам. Прошлым вечером, 14 мая, мне было поручено помочь инженерам в составлении карт римских туннелей. Спустившись в самую глубокую часть туннеля, я заметил странную светящуюся жидкость, что сочилась из стен. Когда я обернулся, стены туннеля внезапно исчезли, и я оказался в кромешной тьме. Вдалеке я увидел едва теплящийся свет, который, казалось, звал меня вперед. Между светом и мной двигались искаженные тени. Я моргнул еще раз, и все исчезло. Я снова оказался в туннеле. Это длилось лишь долю секунды, но я уверен, что это не игра воображения. Это было по-настоящему. После случившегося, меня не покидает странное ощущение, будто часть меня все еще там осталась в этих туннелях. Краем глаза я продолжаю видеть движущиеся фигуры. Я официально прошу предоставить мне увольнительную по болезни. Пожалуйста, помогите мне. Yeah.
туннели ему не понравились. Теперь можно еще больше носить. Замечательно. Так. Это для основных вещей, да? Окей. Чья-то часть тела. Упс. Так. Делиль. 6182. Шесть, один, восемь, два. Надо все-таки опустить. Другое дело. Разминировать не получится. Офицерская столовая. Ну я... Я уже был в этой столовой. Я уже здесь был. Так, чтобы бросить. Сойдет. Так, чей жетон? Или 6182. Делиль. 6182. Так. Рукоятка есть. Ай, ладно. Тюрьма, узел связи. Теперь вся блокировка снята. Вся или только эта часть? И там тоже, да. Еще у нас топливо осталось. Мути незачем. Что ты думаешь?
Ты время будешь настраивать? Досье пусто. Где наше вино? Фурнье, бригадир Стаффорду. Это наш четвертый официальный запрос на пополнение запасов вина. Содержимое погреба уже на исходе. Я опасаюсь реакции со стороны солдат и моих коллег-офицеров, если нам все-таки придется ужесточить нормы потребления. И я и так слышу жалобы каждый день. Эта армия держится на моральном духе, а моральный дух всецело зависит от наличия вина. В моем первоначальном запросе фигурировало 10 ящиков. Пока что мы получили только 2. Займитесь этим. Морального духа не хватает цена. Так, собственно, нам нужна ручка, чтобы открутить эти болты. А арсенал нет? Так, ремонтный цех. Допустим. Нет. Совместить. Получилось. Бутылка с топливом. Да, топливная бомба. Опа. Может быть, еще рановато сюда идти? Смотри, как крыса. А без мяса не стоит туда. Что касается патронов. И ни одного. Ни одного. И гранат даже нет. Хотя есть... Вот еще дверь. И в представлении не нуждается сама тварь. Только я ее так и не увидел. Так, солдатская казарма и арсенал. Что нам понадобится, что нет? Может быть, свет вырубить? Там крыс полно. Привет. Привет, Госмар. А все, закончили System Shock. 12 выпусков вышло в итоге.
System Shock, все. Теперь можно его посмотреть на ютубе. Там, кстати, вырезали кусочек из авторских прав, но это не важно. Потому что свое мнение я, наверное, отдельно выпущу в этой игре. Так, возьмем мясо. Я думаю, этого достаточно. Это выбило, да? Хорошо. Так. Как же он все это делает неспешно? Фиг бочку перевернешь. Пока только ручкой ширкает. Саботер. Где ты, товарищ? Так. Слушай, да ты просто мои мысли считаешь. На самом деле, я уже предполагал, что после бункера делать, какую из игр. Да, Sound Mind я хочу пройти на стриме. Так. Еще одна комната. В прошлый раз дымки. Там был газ в этой комнате. Предположение насчет мотива, что июня 16 года, от Фурние, кому? Сержанту Рейнару. Продолжение нашего расследования диверсии в туннеле. Ваши предположения разумны, начните с тех, кто распространяет сплетни о колдовстве и проделках дьявола в туннелях. Очевидно, что они вынашивали мысли о диверсии уже на протяжении нескольких недель. Используйте любые средства, чтобы добиться признания. Мы не можем допустить, чтобы такое предательство осталось безнаказанным. У людей помутнение рассудка случилось. И это от ужасов войны, как говорится.
Ничего нового. Так. Цепочка. Цепочка, цепочка. Предложение насчет мотива. Нет. Так. Какую записку? В ответ за безопасность. В ответе. Рейнар, я хочу, чтобы ты лично обеспечил безопасность в туннелях в ночное время. Последние две ночи я слышал, как кто-то ходит по казарме в неурочное для патрулей время. Еще одной диверсии я не потерплю. Если понадобится аварийная блокировка, найди Далиля. У него должны быть штурвалы для гермодверей в стратегическом хранилище. Планше. С этим мы разобрались. Сейчас пойдем в арсенал. Прямо прямиком. Ух ты, как зависает-то. И тут прорыл свои туннели. Что за крыса такая? Может, это помесь? Он тут. Ёкала мене. Дыши ровно. Дыши ровно. Ровно. Пополз дальше. Охренеть, здоровый какой. По патронам. Не густо. Еще там. Так. Ага. Замечательно. Чи-чи-чи-чи, не падай, не падай. Не падай! Хорошо, он не услышал. Так. Подсказка. Эту подкарту добавили к основной карте в администрации. Так, складской участок С. А, скрыть. Складской Б, участок А в туннеле. Вот С. Склад боеприпасов, офис клерков, склад взрывчатки. Хрен поймешь, куда идти. Ага,
Туннели. Туннели, это значит у нас низ. Твои пацаны. Эй, с тобой все хорошо, дружочек? А я не пройду. Либо что-нибудь кинуть, либо аккуратненько оборвать, чтобы бесшумно. Игра намекает, нам нужен инструмент, чтобы оборвать все эти натянутые ловушки. Ты чё там, качаешься? Еще один подход, еще разок. Ладно, пойдем тогда другие части. Искать инструменты. Загрузка, загрузка. Так, ребятки. Делаем перерывчик. На 2 минуты.
Так, мы снова вместе. Открываем. Перепрям. Топлив. Надо сделать побольше... А разобрать тоже не получится. Хорошо, оставляем мясо с собой. Сигнальная шашка пригодится, когда нужна помощь. Подает сигнал ярким пламенем, горит громким шипением. Можно метать. Так, 2, 3, 4. А, все, 4 горячих клавиши. Арсенал, все ясно. В арсенал мы сейчас не попадем. Тогда солдатская казарма. Солдатская казарма. Дезинтегрировать? Не получится. Что это за фонарик такой? Ё-моё, какие подгрузки ужасные. Типа как бы бесшовная карта, да? Нифига не получается. Так, какого фига? Ой, надоело мне чувствительность повысить слегка. Уже лучше. Заперто. Стрелька записочку. Бригадир Стаффорд. Последовательность выключателей. Внимание, электроснабжение в этой части объекта осуществляется через последовательное соединение. При обесточивании одного из секторов цепи все последующие сектора будут также обесточены. Выключатели следует использовать только в чрезвычайных ситуациях, например, по моему приказу. О всяких розыгрышах и проделках я буду докладывать напрямую Рейнару. Бригадир Стаффорд. Чрезвычайные ситуации. Жесть. Пришлось садить в него 3 пули, прежде чем он отступил. Интересно, чем они кормят своих солдат? Рядовой Шарль Лавуа.
Варюга. Мяско, что ли, и муки? Здоровая, стрёмная тварь. Так. А у нас никакого лишнего хода не появилось? Нет. Поехали. Слушай, а я поджечь, наверное, не могу, да? Самодельное зажигательное средство. Разбивается и воспламеняется при ударе. Для использования требуется зажигалка. Офигеть. А просто так ее кинуть в лом? Так, песка. Черт возьми. Надеюсь, он меня не видит. Меня не видишь. Офигеть. Чудо-юдо такое. Все. А стоит вообще двери закрывать? Он же через нору пролезет. Неотправленное письмо Николай. Йоханнес Николай. Кому? Аманде Николай. 5 мая 1916 года. Моя дорогая Аманда. Благодарю за посылку, я приберег шоколад для особого случая и храню фотографию рядом с моим сердцем. С моего последнего участия в боевых действиях уже прошло несколько недель, но теперь в бункере распространяется новый вид страха. Прошлой ночью я проснулся в холодном поту. Из глубин бункера доносился странный звук, что-то похожее на стон и крик, возможно, вой. Я отправился разузнать, в чем дело, и обнаружил, что стою у входа в римские туннели.
Звук шел откуда-то изнутри. Я не осмелился направить туда свет своего фонаря, так испугался того, что могу там увидеть. Но затем из темноты в мою сторону ринулась череда глухих звуков. Из мрака проступила фигура. Я нащупал рукой пистолет и уже был готов выстрелить. Это был Тусен. Он тоже проснулся, но в отличие от меня осмелился войти в туннель. Он сообщил, что видел в них что-то. Пока мы стояли у зияющего тьмой входа в туннели, вой стал постепенно отдаляться и, наконец, исчез неведомо куда. Возможно, мы потеряли рассудок, или, возможно, там внизу что-то есть. Тусен не хочет говорить со мной об увиденном. Пожалуйста, напишите мне снова, как можно скорее. С любовью, Йоханнес. Так, газовая граната испускает ядовитый газ через несколько секунд после метания. Бляха-муха, ну сколько можно? Здесь не откроешь. А, это... Да ухожу, приятели. В каждой бочке затычка, да? Мясо. Это нам не пригодится. В принципе, зажигалки-то у нас тоже нету. Окей, но... Ой. Как же луки нехорошо прогружаются. Так, двигаемся. О, пиршество. Меня здесь нет. Это все тебе кажется. Thank you.
Рулирует. Нет охраны. О-о-о, убери, убери, пожалуйста. А то он еще почувствует этот кусочек. Алекс Ноае, дневник Ноае, часть первая, 30 апреля 1916 года. Я наконец получил кое-какие ответы от команды инженеров. Командование считает, что рядом с нашей позицией находятся древние римские туннели. Их собираются открыть сегодня вечером. С их помощью командование надеется провести внезапную атаку, будто бы внезапная атака сейчас вообще возможна. Идет война. Все стороны ожидают нападения в любую секунду. Однако было бы любопытно взглянуть на эти туннели. Небольшая порция античности разрядила бы обстановку. Мне бы это, несомненно, помогло отвлечься от тягот войны. 9 мая 1916. Сегодня офицеры преподнесли мне довольно неожиданный и странный подарок. Древние записи, найденные в римских туннелях. Похоже, они каким-то образом прознали о моих интересах.
Я, конечно же, забрал их, но правда в том, что эти записи слишком хрупкие и ценны. Их не удастся сохранить в этом ужасном месте. Им нужны более заботливые руки, более пытливые умы. Но несмотря на это, любопытство берет верх. 11 мая 1916-го. Аккерман скончался от ран этим утром. Я знал его всего ничего, но считал одним из своих лучших друзей. Надеюсь, небеса примут его душу. Чтобы немного отвлечься, я пролистал записи и испытал небольшой шок. Они не имеют отношения к римлянам. Они составлены на латыни или, по крайней мере, напичканы латинизмами, но их текст не имеет отношения к римской культуре. В моем представлении ни к одной из ее эпох. Похоже, что эти записи имеют религиозный или околорелигиозный характер. В них повторяется следующая фраза: «Пересечь границу тьмы». А также что-то говорится о зрении. 13 мая 1916. Я не спал, мне нужно все записать. Записи однозначно имеют религиозный характер. Не знаю, кем были эти древние люди, но они верили, что нашли способ достичь бессмертия. И чтобы достичь этой цели, им нужно было найти дорогу в какой-то иной мир, где господствует тьма и правит... Я не знаю что. Они используют слова, которые не поддаются переводу. Правит какая-то сущность? Они заявляют, что этот иной темный мир населен духами и чудовищами, а воздух в нем постоянно наполнен воплями мучеников и болезненными предсмертными хрипами душ. Именно для этого они использовали туннели. Для них это был портал в какой-то языческий ад. А записи полны безумных историй о кровавых оргиях, жестоких духах и ужасных вещах, которым мужчины и женщины предавались при исполнении ритуалов поклонения тьме. В них подробно описывается некое вещество, которое должно даровать достойным нечто похожее на бессмертие во тьме. Сегодня я заступаю в патруль, нужно выспаться до того времени. Затем я продолжу начатое. Так. Отлично, Лебер. Пусто. Ой, за ногу. Туссен Бафо, дневник Туссена. 16 мая 1916-го. Ну а я рассказал нам о записях, найденных туннелях, которые гласят о их назначении. Но для меня все это не было новостью. Я все это видел. Я был там, во тьме. Сейчас она приходит ко мне во снах. Снах настолько реальных, что после пробуждения сама явь кажется мне сном. Я участвую в ритуале. В его начале мне нужно выпить жидкость, сладкую и плотную, похожую на слизь или мед. Тошнотворно, но при этом пьянящую. Когда я пью, она согревает меня, наполняет меня жаждой всего плотского, совокуплений крови, плоти. Меня окружают другие люди, их лица скрыты, тела пульсируют. И я знаю, что все мы служим одной властелительнице с одной целью – занять место в ее бесконечном царстве. Бессмертие. То, что я делаю в этих снах, кошмарный водоворот ужасов, кровавый танец, в сравнении с которым адский котел войны выглядит лишь детской забавой. Я просыпаюсь в ужасе, но во сне меня обуревает восторг. Что самое страшное, к концу каждого дня я хочу вернуться в этот сон. Я хочу отправиться в это место, я хочу испытать эти чувства, ярость и экстаз в кромешной тьме. Так может, Туссен и превратился в этого невежу? Здорового бугая.
Да ухожу, ухожу, ухожу. Пам-парам. Так. Что по факту у нас есть? Да ничего толком. Твою мать. Нет, 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 все хорошо. Все хорошо, приятель. Ты пришел перекусить. Так вот, рядышком лежит. Бери, ешь. Только меня в покое оставь. Я всего лишь маленький, тихий, скромный человек. Ну и стрёмный же ты. Крыс не пускает кормёжки. Помолимся, помолимся, друг. Ты меня отпустишь? Так, главное на гранату, на растяжку не открывается. Что происходит? Какого хера? Потоптался, потоптался. Мелус, 1914. Несколько дней до отступления. Вокруг меня грязь и колючая проволока. Как вдруг немец преградил мне путь. Я знал, что мне нужно отвлечь его звуком, поэтому я схватил старую бутылку из-под вина и бросил ее. Она устроила такой. Немец бросился туда, и я смог его прикончить. Рядовой Жюль Карбен. Что же этой собаке проклятой-то не имется? Крутился, крутился вокруг меня. Так, что по факту я узнал? Там толком ничего нету. Пока что. Пойдем, знаешь, куда пойдем? Призон пойдем. В тюрячку. Потому как нам нужен болторез. Нам нужны
Лоскогубцы какие-то. Чтобы все это разрывать на части. Все эти цепи. Растяжки убирать. Эта часть полилась. Опять закрыто. Одну из дверей он уже сломал. Не имеет смысла. Слева и справа двери закрыты. Ты чё, ты так ползёшь-то быстро? Удаляется. Такое ощущение, что он не один. Происходит. Ты мне дверь открыл? Какой молодец. Так, газовая граната. Нет, нет, нет. Нет, 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 опять ползет. Bitte, bitte, hilf mir! Nein, nein, Gott im Himmel! Так, одного он уже скушал. Нет, нет. Доедает его. Это тряпка. Еще одна вот пустая.
Убираемся отсюда к чертовой бабушке. Палка. Сок дерева. Намотать. Получится факел. Но нужна зажигалка. Идет или не идет? Может, я ему слишком позволяю? Еще один военнопленный. Карты, бочки, больше ничего полезного. С той стороны можно. Ага. Окей, есть еще варианты, куда сходить. Точно не узел связи. Так. Солдатская казарма. А узел связи тогда где? Или почему солдатская казарма узелом связи называется? Окей, у нас еще есть лево. Если мы пойдем налево в арсенал. Там ведь тоже открыт. А там еще и крысы были. Пустая бутыль. Сок мяса есть. Зажигалку бы найти. Thank you.
Крысы, берегись. Открывай, открывай, открывай. Рядовой Шинар, крысы. Стаффорд, вы заметили, как в последнее время изменились крысы? С тех пор, как мы раскопали эти туннели, клянусь, крысы стали еще уродливее, будто они чем-то обезображены. И они определенно стали чертовски злобными. Скажите, что я не схожу с ума. Нет, ты прав. И это здоровые голодные твари. Прихвостни. Адские. Так, с чем бы что соединить? Выбросить можно? Так. Суммировать нельзя, две палки. Угу. Сжигали тела. Опа. Канистры с топливом. Мастерская. Подход к доту. Склад боеприпасов, часовня, узел хранения. Топливный склад, раздевалка, чулан, комната отдыха, канцелярия, склад. Бригадирская казарма. Запомним. Все на стоп. Пока довольный он сидит. Крепится. Ветер стяжка. Газовая граната. Нет, нет. Все. Не? Спугнул его гранатой. Смотри-ка, ему не нравится. Ему газ определенно не нравится. В курсе. Так, берем топливо. Ну, палку я здесь выброшу. Твою мать. Вы получили ранение. Теперь за вами идет кровавый след.
Ладно, ребят, на этом мы закончим. Вот, собственно, продолжим уже завтра. Подписывайтесь на Telegram, на Boosty, переходите по ссылочке на YouTube, там мои заливы. Если вы смотрите на YouTube, то переходите по ссылочке на Twitch, там стримы проводятся. Скоро у нас появится группа ВКонтакте и отдельный телеграм-канал для общения. Так что, за новостями. Спасибо всем, увидимся завтра в то же время. Пока.